Ну что, всем привет, мальчикам и девочкам. Сегодня мы едим диетическую еду. Вы знаете, что Иринка на ПП. Вот так вот. Сегодня у нас, короче, картошечка. С капустой вместе. Всем приятного аппетита. Кушаем и худеем. Низкокалорийную картошечку. Знаете, чтобы картошка была менее калорийной, вы ее чистите, вымачиваете 2 часа в воде, крахмал уходит, ну и все. Картошка менее калорийная. Понимаете? Также у нас кофе. Еще такие мармеладки. Такие вкусные, девочки, мармеладки. Тоже на ПП. Мармеладки ПП. Вам понравился мне один комментарий. Как YouTube выпускает таких людей? Ну, в смысле, как? Он говорит, нам хватает только Юли Старт. Что, нормальная баба? Что вам не нравится? Говорит, как делать подливу такую? Ну, как обычная подлива. С печенью, с мукой. Оксана Шабаева. А ты вообще представляешь себе, что такое быть в отношениях? Сидит такая Ирка с мужиком в чате и называется... вещает про интим. Ой, Оксана, ну успокойся, у меня интим, между прочим, каждый день. Ты меня тут видишь 2 раза в день. Все думаешь, что я сижу дома? Да нет, конечно, ты что глупая такая? Ирка, ты обязана показать красивые трусишки. Без проблем. Желаю страсти, горит пожар. Трусяшки. И, кстати, да, я красивые трусики купила. Кружевные. Масяня. Настя, тебе огромный привет. Когда-нибудь я, Настя, похудею и буду стройна, как Жали.
Надо хлебушка взять, да? Ох, беленький, вкусненький хлебушек. Саша. Шла Саша по шаше и шашала шушку. Гадюки. Гадюкам, кстати, привет. Здесь на своем канале зависают гадюки, но не только гадюки. У меня есть еще нормальные. Елена Сергеевна, зачем глаза капучишь? Хочется. И Аринке немного хочется. А мне понравился такой комментарий. Там какая-то бабёха пишет. Почему ты себя называешь Аринкой? А то же хоть ненормальные люди только называть могут себя так. А почему бы и нет? А? Вот как тебе объяснить? А? Раиса, привет. Привет, Иришка, ты очень добрая. Не обращай внимания на что-то тебе обидеть. Так я никогда не разговариваю. Я, знаете, вчера разговаривала с подписчицей. Ну, есть у меня такая подписчица, мы с ней общаемся. Вот. Она говорит, я, говорит, тебе написала комментарий, так эти гадюки, говорит, меня, говорит, там так обложили, там чуть не смерти пожелали. Я говорю, так не обращай внимания, пожелай им здоровья, чтобы у них было крепкое здоровье, так ведь? У гадюк. Светлана Миронова, привет. Спасибо за приятный аппетит. Светлана Фокина. Если есть у тебя любимый, зачем про мужиков говоришь? Ну, это интернет, понимаете? А что бы и нет? Конечно, есть. Что вы думаете? Иринка, что ли, одна? Да нет, конечно. Тут аж 4 комментария написали. Матильда. А, там кто-то написал. Матильда лучше тебя выглядит, о боже мой. Матильда. Угу. Вот Матильда свои 5 копеек всегда ставит.
Матильда пишет. Да какие мужики? У него уже климакс. Бабки под 50. Да ладно. Слышь, Матильда. Гадюка. Угу. Понимаешь? Это у тебя, похоже, климакс-то. А у Ленки нет. Масяня. Че-че-че. Оксана Шабаева, ну тебе какая разница, кто сверху, кто снизу будет, а? У тебя, похоже, ни сверху и ни снизу нет. Ну что теперь? Угу. Да-да-да, сказки, так это у вас сказки. Ой. Да, как это, знаете? Ой. Как что? Вот когда мы с Милом лежим вместе, да, я ему говорю, расскажи мне, Милый, сказку. Он говорит, какую? Я говорю, как какую? Сексуальную? Он говорит, ладно, сейчас расскажу. Но я вам подробности-то не буду. Я думаю, вам ни к чему. То, как ее там, Матильда, еще не уснет, вдруг так случится. Да? Какая вкуснота. Он говорит, Боров. Ну, сам ты Боров. А что вам, кстати, не нравится? Юля Старт. Нормальная такая женщина. Говорит, первый, говорит, признак. А я знаю, что у вас это немножко кукувы. Там это Матильда, Оксана. Кто там еще? Ну, достаточно таких. Вот мне, я говорю, мне комментарий понравился. Говорит, не приезжай к нам в Крым. Мы тебя боимся. Ну, во-первых, если так случится, Иринка поедет в Крым. Угу.
Вот, поедет в Крым. Но я же не к вам поеду. Я поеду отдохнуть, бухнуть, развлекаться, ну и так далее. Так что не переживайте. Как тут еще? Мне невозможно наглядеться так. Кофе. С таким мармеладом. О, вообще обалденно. Такой мармелад, я вам скажу. В диетическом магазине покупала мармелад. А, понюхайте, как пахнет, какой вкусный. Я такой, короче, вкус лимона. Эрка, зачем Ютуб дает добро на таких блогеров? Вторая Юля Старт. Почему вторая? Ну, а как же вы забыли Инна Судакова? Потом кто? Ольга Уралочка. Кто там еще? И как там? Пиратская жизнь. Нинка, вот вспомнила. Ну, у меня же уже климакс, понимаете, да? Мне же за 50. Ну, и с памятью бывают проблемы, да. Елена Кошелина, какие достижения в январе? Ой, многие. Многие достижения. Какая вкуснятина. Как-то там Вита, да? Кухня, где маленькая. Ну что, расширим. Лето придет, расширим. Не переживай. Кухня будет в самый раз. Угу. Ладно. Увлекаться не буду. То жирно будет. Угу. Жирно, жирно. Я просто кофейка попью. Вкусный кофе. Чашка кофе. Не хватает сигарет. Ну ладно, сейчас пойду. Угу. Сейчас допью и пойду. Ну так что мне еще сегодня много дел надо переделать. Что вы думаете, Иринка сидит дома и нихера не делает? Да нет, конечно. Ну да вы сидите по ту сторону экрана. И нихера не делаете. Ну, это я к этим, как они там называются там, ведьмы, кошелки и так далее. Вот так вот.
Ну все, можете прийти помыть посуду. Мне не жирно, вам не знаю. Понимаете? Все. Иринка поела, было очень вкусно, великолепно и полезно. Кушайте вместе со мной и худейте. Вот так вот. Ну ладно, что, мальчики и девочки. Как-нибудь к вам выйду в эфир. Ну вы же ждете. Угу. Так что ждите, ждите. Иринка обязательно придет. Она сейчас ходит в баньку. Ну, чтобы к любимому приехала, Иринка была чистая, так ведь? Пошоркаться. Ну, головку помыть, да-да-да. Волосики, волосики. Так что все. Всем приятного просмотра. Всем пока-пока.